Всем добрый день. Мы продолжаем путешествовать. И мы в гостях вновь у мастерицы нашего города, у Галины Федоровны Богомоловой. И сегодня мы посмотрим вот такую работу, которая вышита бисером частичным, частичная вышивка. Вот если поближе посмотрим, то вот здесь вышиты деревья. И здесь кроны деревьев вышиты. Здесь паспарту вы оформляли, 750 стоит? Да, вот рамка вместе с паспарту. И если, кому интересно, у нас для того, чтобы оформить вот эту паспарту, чтобы паспарту и рамочка стоит 750 рублей, не касаемо бисера и самой вышивки. Следующая работа — это вот матрона, вышитая тоже бисером, но здесь можно сказать, что она полностью вышивается, не вышивается только лицо и руки, как и во всех иконах. Следующая — это Иисус Христос, да? Христос Спаситель. Тоже вот такая икона, тоже вышита полностью. Все оформлено в рамочках. И я уже не прошу разделывать, так как нам и так хорошо видно все, насколько аккуратно выполнены работы. Если человек... Здесь багетная мастерская. Да, у нас есть вот багетная мастерская. Если кто-то смотрит меня из нашего города, то февральская. Думаю, что, в общем-то, все знают. Февральская студия. Следующее — это Иварская. Божья Матерь. Иварская Божья Матерь. Должна находиться в каждом доме. Которая должна находиться в каждом доме, как говорит вот Галина Федоровна. А это Тихвинская. Тихвинская Божья Матерь. Я, конечно, не сильна в названии всех икон, в названии, насколько все аккуратно сделано, красивое сочетание. Про Иверску здесь можно прочитать. Вот. Здесь вот даже написано. Это вот про Иверскую Божью Матерь написано. Ну и всем спасибо за внимание. До новой встречи. Рада была, что вы с нами были. До свидания.